Здравствуй, прекрасное создание. Я рада приветствовать тебя на практике для повышения энергии и жизненных сил. Ты можешь выполнять эту практику сидя, лежа или когда куда-то идешь. Самое главное, позволь этим словам опускаться в твое тело. Разреши себе проживать, чувствовать или, возможно, повторять за мной вслух или про себя те слова, которые я буду говорить. И для начала сделай спокойный глубокий вдох через нос. На выдохе опустись в ноги, подвигай пальцами на ногах, чтобы почувствовать пол, заземлиться. Если ты сидишь в позе лотоса, подвигай своими бедрами, как будто бы идешь на месте. Ну а если ты идешь, то просто почувствуй свои ноги. Вдох, 2, 3, 4, и выдох, 2, 3, 4. Продолжай дышать чуть глубже, чем обычно, чуть объемнее, в нижнюю часть живота. Вдох, наполняя себя жизнью, энергией, и выдох, расслабляясь. Именно так, фокусируясь на своем дыхании, позволь себе почувствовать следующие слова. Я наслаждаюсь своей жизненной силой. Я энергия. Я живой или живая. Я полон сил и жизни. Я полна энергии. Я окружен позитивными вибрациями. И я в потоке. С каждым вдохом я чувствую, как энергия жизни течет вокруг меня и сквозь меня. Я молод, молода и полна жизненных сил, и неважно, сколько мне лет. Я чувствую молодость внутри. Я излучаю молодость и жизненную силу. Энергия во мне, и она никогда не иссякнет. У нее нет начала и конца. С каждым вдохом я наполняю себя. Я счастлив проживать любой опыт в моем человеческом теле. В каждой клетке меня энергия. И с каждым вдохом я чувствую, как эта энергия заполняет меня. И когда она заполняет, я чувствую соединение с настоящим моментом. Я здесь, я сейчас, я жив, и я направляю всю свою силу в настоящий момент. Я сконцентрирован и решителен. И я творю свою жизнь. Я делаю ее лучше. Я расширяю свои внутренние границы, и я расту как личность. Я живу в осознанности. Я наполнена жизненной силой и излучаю ее. Я создание энергетической вселенной. Энергия, прана, чи. Все называют ее по-разному, но она вокруг меня и она во мне. И с каждым новым вдохом энергия продолжает наполнять мое тело. Я полна энергии и жизненной силы. Вокруг меня и внутри меня постоянный, непрерывный источник неограниченной энергии. Не существует никаких границ между моим телом и всей энергией Вселенной. Я купаюсь в потоках энергии. И это так естественно и правильно чувствовать себя частью этой силы. Я наполнена или наполнен этой удивительной энергией. Я неотделим от нее, и она неотделима от меня. Благодарю вас за прослушивание пробной версии.
полная версия находится на сайте Patreon. Ссылка под этим видео или под этой медитацией. Также на сайте Patreon есть другие медитации, которых нет в открытом доступе. И там же можно заказать медитацию конкретно под себя для своих нужд. Подписка на Patreon платная, но вы выбираете, какую сумму вносите сами. Благодарю вас, что провели это время вместе со мной. С большой любовью и благодарностью, Наталья Леру.